Всем огромный привет! Я сегодня с телефоном в руках, потому что вы, думаю, уже прочитали название этого видео. Мы с вами поговорим сегодня о палетках. Мне никто этот тег не передавал, но я подумала, что нельзя его пропустить. С учетом того, что я не так давно снимала всю свою коллекцию палеток теней, и ее посмотрело не так много людей, возможно, этим видео как-то мы соберем какие-то палетки, про которые есть смысл чуть больше поговорить. Поэтому, если интересно, что будет дальше, погнали. Сейчас все будет. У нас какое-то определенное количество вопросов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать, тринадцать вопросов. Прекрасное число. И эта палетка у меня вот такая вот малышня от Maybelline The City Mini Palette. Она у меня в оттенке 430 Downtown. Сейчас я ее покажу. Вот такая вот малышка. Она такая ежедневная, нюдовая, симпатичная. Я еще ее не использовала, не успела, потому что она вот буквально пришла мне в рассылке. И уже буквально вот-вот собираюсь начать ей пользоваться. И хочу сделать макияж. Вот один оттенок, вот этот, вот с его блесточками, меня сильно манит. И, честно говоря, он мне чем-то напоминает историю румян, которые... Нарцоргазм. Вот, чем-то прям мне очень похоже. И здесь такие прям блестящие золотистые блесточки. Вот, это моя самая новая палетка теней. Ну, логично, самая старая палетка теней. И здесь у меня, я, честно говоря, не смогла определиться, не смогла вспомнить. Достала две свои палетки. Одна из них это Makeup Atelier T16. На самом деле, самыми первыми у меня были двушки, по-моему, даже от Буржуа. Там синие и бирюзовые цвета. Это было супер давно. Вот, я четко помню, что вот у меня тогда с них там большая любовь начиналась. Ну, Ruby Rose мы вообще не берем в расчет. Теней у меня... как бы хватало и страсти к теням, и к цветным хватало еще до всего вот этого вот. И это было лет 10 больше. Боже мой, какая я старая. Может быть, даже лет 15 назад. Ну, не суть. Ателье Т16. Мы с вами ее обсуждали. Я, ну, ее просто уже некуда особо сплавить. Кому-то отдавать тоже бессмысленно. Она у меня лежит такая просто старенькая, памятная. В принципе, симпатичная палетка, но как-то я к ней не обращаюсь. И от Lancome Color Design у меня здесь она такая в 5 оттеночках. Базовая, такая коричнево-бежевая. В принципе, ее вполне сейчас спокойно можно использовать и дальше, потому что вот качество теней вот в этих палетках просто какое-то нереальное. И до сих пор мне иногда кажется, что я хочу про нее вспомнить и в нее залезть. Дальше вопрос. Покажи свою самую дорогую палетку теней. У меня нету ничего из серии, там, например, Наташи Деноны большой, или я вот периодически задумывалась о том, чтобы попробовать что-нибудь от Джеффри, хотя Джеффри, наверное, не сильно дороже. Немножко почитерю. И покажу вам вот такую вот сборную палетку Бернович, потому что здесь у меня лежат... Вообще у меня сборных палеток Бернович, сами знаете, много. Здесь у меня лежат 15 спарклов. Если пересчитать их на деньги, это в районе $85. Получается вот эта палетка и плюс еще содержимое. Это, ой, содержимое. И плюс еще вот, это, вот этот сам держатель, но это получается в районе... $90-95, но, честно говоря, каждой гребаной копейки это стоит. Ну и у меня во второй палетке они еще все остальные есть. Поэтому, если вот так смотреть из дорогой и по цене, и, честно говоря, и сердцу, это вот она, малышка, мы с ней недавно воссоединились. А если смотреть по вот так вот, как я покупала, наверное, были Венеры большие, XL, самыми дорогими, потому что я их покупала не по акции, не с сайта, я их покупала у перекупов с рук, и вот обе две, они мне там обошлись. Ну, баксов, наверное, на тот момент по 70, может, ну, что-то типа такого. Поэтому можно сказать, что Венеры, да, они считают у меня, наверное, самые
дорогие. Это вот первая зайка. А вот вам зайка балалайка номер два. Вот, как-то так. Показать самую бюджетную палетку я смотрела. У меня, в принципе, лежит и Wet n Wild, и еще что-то. Ну, в принципе, можно было и Wet n Wild показать, но мне кажется, что, наверное, Фокалюр, она мне приходила на обзор, но она там стоит какие-то каких-то совсем недорогих денег. Это у меня Фокалюр номер 5 Secret называется эта палетка, вот та, которая с зеленым. Наверное, из всей моей коллекции, если рассматривать, скорее всего, из того, что у меня, в принципе, осталось, потому что я много зачищала, наверное, это все-таки остается самой бюджетной палеткой. Дальше вопрос такой, показать самую универсальную палетку на каждый день. Каждый день у каждого свой, каждый по-своему воспринимает себя в макияже. Для меня, в принципе, нету особо границ того, как я там должна выглядеть, ярко-не ярко, потому что я особо не хожу в офис, и у меня род деятельности связан с творческими людьми в основном, либо даже если какие-то встречи, я могу на них спокойно прийти с яркими стрелками, либо full face makeup, и все это нормально воспринимают, потому что, ну, все такие там, я занимаюсь съемкой видео, СММ. Клиенты уже ко мне к такой привыкли, но я вам хочу показать ту, которая, наверное, для вас была бы одной из самых универсальных. Я выбрала вот такую вот палетку от Catrice, это новинка. Во-первых, она супер тонкая, это очень удобно, даже если ее носить, возить с собой. 010 Courage из Beauty, вот эта вот линейка Pro Slim, у меня холодная. Вот такая вот палетка. Здесь и сияшки красивые, здесь и базовый растушевочный красивый, здесь есть темный коричневый, здесь есть средний такой коричневый, здесь хорошие переходные цвета. Я так подумала, что, наверное, в плане базовости, в плане такой палетки, ну вот, чтобы сделать что-то достаточно нейтральное, базовое, понятное, то, наверное, из того, что у меня есть, это она. Можно было бы, конечно, что-то посмотреть из Бернович, но у меня в основном это сборные истории. Там у них там сеты А, Б и С, в зависимости от того, какую температуру макияжа вы для себя выбираете, то тоже можно было их рассмотреть. Также еще я бы отметила лично для себя, наверное, палетку от... Боже. От Наташи Денон, это не Gold. Но она зеленая и тоже, наверное, не самая универсальная для всех, поэтому выбираю все-таки ее. Красочными палетками я смотрела и на NYX свою яркую, и что-то еще. Ну, наверное, все-таки... Худу можно было показать неоны, они тоже, в принципе, яркие. Но решила показать Lime Crime, которая была лимиткой к десятилетию бренда. Наверное, из... самых таких прям сочных это будет она. Здесь и шиммеры, здесь и матовые цвета, и такие парочку типа а-ля дуохромов есть. Вот, наверное, из всех самая красочная она, но я бы не сказала, что это прям та, от которой у меня захватывает дыхание. Я бы, если честно, очень-очень сильно хотела бы цветную палетку пигментов от Viseart, и надеюсь, когда-нибудь она у меня появится. Покажи свою самую маленькую палетку. Ну, самая маленькая, это явно очевидно. Это Наташа Денона Mini Gold. Самая маленькая и самая миленькая зайшка. Просто прекраснейшая палитра. Я ее очень сильно люблю. И вот прям зайшка-зайшка. Она прям настолько компактная, настолько удобная. Просто вот даже лежит до сих пор у меня в коробочке. У меня к ней какое-то особенное трепетное отношение. Вот класснючая. Просто до невозможности. Ну и следующее, покажи свою самую большую палетку. И самая большая палетка у меня, это сборная палитра бренд Бернович. Это здесь у меня собраны три сета А, Б и С, пудры, палетка контура и румяна. Вот, она реально не влазит никуда, вот просто никуда. Она большая, она вот прям такая, знаете, ба-бам. И очень любимая, она у меня стояла какое-то время недалеко от солнца, немножко с обратной стороны выцвела, но я ее очень сильно люблю.
Долго я думала и соображала, какая же палетка самая памятная, и, наверное, все-таки это Nabla Soul Blooming. Почему? Потому что эту палетку подарила мне моя подруга Катюша, когда мы переезжали сюда. Вот, это был такой особенный момент на тот момент в нашей жизни. Мы наконец-то переехали с ненавистной нам общаги, переехали сюда. И вот это был ее подарок. Единорог Вася, который висит у меня в моем углу бьюти. Вот. Я вот ее помню за то, что это прям вот такая. Она еще интересно мне доставалась, потому что я ее собиралась покупать сама. И показала Кате девочку. Ну, что-то мы там зашел разговор. Я ей скидывала ссылку, говорю, смотри, какую палетку хочу, как тебе, там, бла-бла-бла. Вот. И я ее собиралась покупать, но там с переездом было все не то, все не туда. И мне девушка, которую я хотела купить, сказала, да, не парься, я тебе отложу, она тебя подождет и бла-бла-бла. А в это время уже Катя моя, как бы ее мне купила у этой же девушки, и там договаривалась с ней, чтобы та, не дай бог, мне не продала, ну, чтобы не было вот этого косяка. Вот, поэтому она у меня такая особенная. Скажи палетку, которая оправдала твои ожидания. Наверное, я тоже вот долго смотрела. В принципе, у меня много палеток, которые прям я сильно полюбила, ожидая от них чего-то хорошего. И, в принципе, малышка Gold — это одна из них. Но я покажу Анастасию Амрези, потому что это первая моя палетка Анастасии. И не потому, что мне там жалко было на нее денег или еще что-то, просто потому, что я смотрела на все подборки оттенков, и мне, вот честно, ничего не хотелось взять. Хотя, ну, насколько сильно хвалят тени Анастасии, и их очень сильно хвалят. И я просто в итоге, посмотрев много обзоров именно на эту палетку, решила, что вот это блестящее безобразие, в хорошем смысле слова, должно быть моим. И возлагала надежды просто потому, что было обидно так долго собираться с мыслями хоть что-то попробовать у Анастасии, промахнуться и взять какую-то не самую, скажем, удачную палетку для себя. Но я очень рада, потому что она действительно оправдала каждый свой центик. Она классная, она качественная, и подборка цветов, ну, не считая там двух коричневых, мне безумно нравится. Палетка, которая не оправдала ожидания, и эта палетка тоже появилась у меня недавно. Она бы была, наверное, самой первой в этом видео, как самая новая, но Maybelline все-таки приехала вот буквально прям чуть ли не на днях. Это малышка Венера, которая Silver. Вот, прости меня, Марина, но, видимо, ты подтвердишь то, что я скажу. У меня Венера есть восьмерка черная, которая последняя, и вот эти серые и серебристые, вот этот вот оттенок, там, ну вот по цветам она, в принципе, похожа, но по качеству там намного лучше, чем здесь. Вот эта малышка, я много отзывов на нее смотрела, и когда они появились, на эту серую много кто говорил чего хорошего, что она классная. И мне прям в свое время ее сильно хотелось, но что-то я собираю восьмерки, а вот четверки как-то вот мимо меня все прошли, и в итоге и это мимо меня прошла. Ну вот мне моя Марина, девочка, которая моя зрительница, моя читательница, моя уже подружайка, так получилось, прислала ее и сказала, вот тебе презент, попробуешь, поиграешься. И она меня немножечко подрастроила, мягко скажем, потому что тени сухие. Растушевочный шикарный, серый, этот матовый тоже хороший, а вот с блестяшками как-то, если честно, Показать любимую палетку любимого бренда. И мне сложно там сказать на 100%, какой мой любимый бренд, но я выделю все-таки два любимых бренда и покажу по одной палетке из каждого, потому что мне тут вот прям реально сложно решиться. Это Бернович и Lime Crime. Если смотреть Lime Crime, то вот как раз-таки в тему эта палетка малышка. Вот она. И вот давайте мы с вами сейчас сравним просто по цветам. Вот. Я думаю, что по цветам должно быть что-то понятно, что они, в принципе, пересекаются. Но вот этот не похож на вот этот серый, это что-то среднее между вот этими двумя, и это круто, потому что он другой. И вот этот растушевочный, его как раз-таки здесь не хватает. То есть она мне вписывается отлично в эту историю.
То есть, ну, как дополнение, но, к сожалению, не как основа. Вот, а вот это моя самая любимая. Я знаю, что очень у многих она там как разочарование, наоборот, пошла. У меня же... Я же считаю, что она просто шикарная. И вот этот бежевый тут просто шелковый, и серый тут охеренного качества у меня лично, мне очень нравится. Вот этот оттенок мофф, который вот тут такой, для меня идеально в тушевку уходит. Черный шикарный, вот этот шикарный. Ну, короче, классно. Все сильно, очень сильно любится мною. Если брать бренд Бернович, там, в принципе, сложно определиться, потому что я очень люблю спарклы, но они не палетки. Я решила, что будет честно, если я покажу прям палетку-палетку. Это палетка Незабудка Forget Me Not в оттенке номер 4. Чаще всего из всех палеток, наверное, я обращаюсь к ней. Здесь такая очень интересная подборка цветов. Здесь нет ни одного матового. Это супер... Просто супер пигментированные, нереального качества тени, офигенные. Сейчас, по-моему, Незабудок уже нет. Надо будет посмотреть, но если что, я все равно напишу, и если будет, оставлю ссылку. А если нет, то вы спокойно можете просто в однушках набрать себе вот такую вот штуку, потому что это просто бомбиссимо. Просто вот серьезно бомбиссимо, и она тоже очень удобная, маленькая. Легкая. Ну, конечно, если сравнивать... Сейчас, подождите, где? Если сравнивать с Даноной, как бы Данона, в принципе, в разы меньше. То есть почти две можно сюда вписать. Но тоже удобная, маленькая. И палетка наиболее часто используемая... Это Худо Неон. Михалина, привет тебе еще раз. Да, сияшки. Обожаю вот этот оттенок наносить в уголок. Я его уже тут немножко повредила. Эти сияшки можно просто пальцем наносить. Будет очень красиво. В уголок тоже. Вот этот шикарный оттенок, которым можно сделать моносмоки. Он очень красивый. И вообще... И мне очень нравится их оформление. Вот это яркое, неоновое. Мне, вот прям, да. Видимо, из палеток, именно палеток, за последнее время она, ну, наверное, она у меня такая тоже, вот эта вся история, которую чаще хочется использовать. Вот, вот такой вот тег, вот такое вот мое теневое королевство. Это не вся моя коллекция, но всю вы можете посмотреть вот тут по ссылочкам. Наверху там два видоса я выпускала. Коллекция уже немножко зачистилась, парочку штучек тут новеньких пришло. Все, хочу себе из Худы вот таких девяток купить. Нюды, которые у них там три нюда вышло. Самый светлый, лайт, потом там что-то еще, медиум, или как-то они так называются. Вот хочу себе из них что-нибудь тоже. Но я пока держу себя в руках, просто потому что по факту мне столько теней явно не нужно. Просто что вот безумно интересно и хочется себе в коллекцию. Да, но... Как бы по жаре мне прям сложно даже вот сильно выкрашивать глаза какими-то переходами или еще чем-то. Я понимаю, что пока, наверное, не время их покупать. Но если будет какой-то прям момент, когда меня заклинит, или я захочу себе очередной раз сделать 75 подарков на день рождения из-за какого-нибудь нехорошего настроения, у меня такое бывает, то, возможно, и в ближайшее время куплю. Ну, а вы пишите внизу, хотя бы ответьте на пару вопросов из этого списка, я его добавлю. И участвуйте тоже, если у вас есть канал. Вот. Всем спасибо большое за внимание, я вас всех целую, обнимаю, и пока-пока, увидимся в следующих видео.